Школа чародейства и волшебства переместилась в гимназию не случайно. Высшие силы выбрали именно это учебное учреждение для своих магических испытаний. С помощью волшебной шляпы мальчишек и девчонок распределяют по факультетам Хогвартс. И новоиспеченные студенты погружаются в удивительный мир волшебства. Идея поддержать всемирную акцию «Ночь Гарри Поттера» возникла у учителя иностранных языков Раисы Низамовой. Участники акции соревновались между факультетами, проверяли себя в викторинах и творили настоящие чудеса. Причем все это проходило на английском языке. Salazar Slytherin. Salazar Slytherin, that's right. The mascot. A serpent. Среди собравшихся только любители книг про Гарри Поттера. Я читал некоторые книги. Первую, вторую и последние части. Сюжет захватывающий, резкая смена сюжета, так неожиданность. Так то, чего никто никогда не ожидает от главных героев. Главный герой, он тоже такой, вроде и простой парень, но таит себе много секретов. Гимназисты сразились в викторинах на знание текста книги, попробовали отыскать философский камень, продемонстрировали ловкость, смекалку и находчивость и углубили знания по английскому языку.